опять в эту парашу выше брать? А у кого вышки? Пошла инфа, да? На обезьяна, блядь, орегонская. Да, это его любимая точка для выпрыга. Видите, он уже не первый раз. Я говорю, обезьяна орегонская. Ну инфа была, но вышки, чё? Кого ёбаная. Прекрасно, отвлекли, ребят. Вообще нормально. Обезьяна, ебать! Вот она! Вот там Артёмыч, блядь, выпрыгивает из окна. Манки. Ну сидит он дальше, там же, на том же месте. Его просто проследил и убил. Вообще гений игры этой. Да, ну это пиздец. Когда человек говорит вместо ГГ, это, конечно, пиздец. Так, ладно. Ладно, ладно, я руб. Все, молодцы, я фишу. Жестковатый. Сыки вы дебилы. Сука. Да-да-да, это все правда. Ну все, я понял. Согласен. У меня сейчас слон отрисовывается в голове, знаешь, как существо, которое способно в полный рост под дверь пройти. А это неправда уже. Не приходится дверь ломать своей душей. Дари его колосеньки, теряются нормально. Да, потом тебе хаешка прилетает, а отлетаешь. Да, да, у вас же ягеры никто не берет. А, ну точно, логично, никто не разминирует. Их сложно снять, если их две там. Ну да, прокинуть 4 флешки или одну тэчерку. Да, рандомом набери 4 флешки. Official с вами, блядь, с пятеркой 4 флешки, 2, блядь, выпрашивает по полраунда. Ты угораешь, что ли? 4, блядь. Ну сейчас позвать левого челика, который не знает тебя, но который знает, что ты жесткий. Русского? Да-да-да, и доебаться, типа, ты даун кидай там гранату. Что за хуйня ты? Можешь гранату там кинуть на выход? Там? Можешь за бочки дать гранату в начале, в самом. Я пойду справа по зике запушу, давай. 3 секунды буду на оффлайне. Чё? Ты где? Ты мне нужен? Ты хелпаешь мне? Нет, я за аркой. Что он стоит? Блядь, чё делать? В следующем раунде доебаться. А ты нахуй маэстро взял, знаешь? Офишал, давай, соберись. Себя сам по щекам херани и погнали. Потому что я понимаю, у тебя тоже пинг говно, но у меня тоже вообще дерьмо. Блять, сказал вообще прям как надо, чтобы было. Он будет захватом позиции с тайминговыми гранатами и отберем у всех прицелы. И оставим только синглшоты. Блять, вот что? Идея-то классная, классный ивент. Только он сделан через жопу. Блять, не подошло бы, если бы здесь были эти прицелы под вестер. Блять, из ветки его сделайте, я уже рад буду. Мы думали, что типа, ну круто, типа, потом будем играть это. Там будут нормальные типы, значит, будут нормальные баны, значит, будем играть без канцера. В итоге как все происходит? Дебилы насмотрелись про лиги, тебе, блядь, понабанили термитов, понабанили тетеров, блядь. Да-д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 а-
Говорил? Ты это видел? Я думал, когда мусор заходит. Я могу ливнуть в любой момент. А мусор что делает? Я ТХ катаю. Нахуя? Ну чтобы размяться. Так это, блять, казино. Ты перед тем, как казино, разминаешься, блядь, в кости спать не играешь с пацанами.